Однажды, в далеком-далеком прошлом, когда я еще училась в вузе, наткнулась на очень прикольного типа. Философия была следующей. Если девушка на первом и последующих свиданиях заказывает что-то, кроме чашки чая, то она меркантильная стерва, которая хочет пожрать за мой счет. Тогда, не зная об этом ее чудном качестве, я заказала себе кучу вкусняшек и спокойно поела. Он воззрился на меня с видом голодного дитяти, у которого я отжала последнее. Когда принесли счет, я достала кошелек, чтобы оплатить свою часть заказа. Юноша надулся, как индюк, но мешать не стал. А вот потом, по дороге обратно, он бухтел, что я сначала слишком много заказала и этим его унизила, а потом еще раз унизила, когда оплатила свою часть счета. А теперь еще дальше унижаю, что не хочу извиняться, а просто ржу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы у нас не иссякал энтузиазм записывать новые смешные видосики. Телебонькайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых опубликованных видео. Жмакайте по заставке, чтобы посмотреть следующий смешной ролик. Почему еще не жмакнули?